low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only. Короче, тест видеокамеры. Темное время суток. Забыл, короче, сказать, что в группе сейчас конкурс на 3 брелка госномера, либо брелки с этим, с фотографией, у кого нет машины. Переходите в группу по ссылке. И... ну, там написано условия. Там надо поставить лайк, сделать репост. И все, в принципе. И поставить число еще. Сейчас, короче, еду за дочкой в садик. 6 часов вечера. Ну, темно уже. И все. Все, что хотел, честно сказать. Все, что хотел сказать, сказал. Даже дислокацию хоть поменял, уже заколебался снимать дома. Когда лето? Лето хочу. Ну и все, с вами был Давыдыч, Борис Давыдыч. Всем пока, удачи. Сейчас еще поснимаю, погоди, что-нибудь. А, кстати, еще держатель, держатель заебись. И походу стабилизатор тоже офигенно снимает. Сейчас иду 60, не спеша. Главное, чтобы камера не упала, это жалко будет. Супер камера, супер видеорегистратор. Пацаны, скоро лето, скоро лето. Всем здорово, посылочка сегодня пришла. Так, открыл, короче, я уже не знал, что это такое. Ну, в принципе, тут ничего не написано. По трек-номеру тоже не отследила. Так, 8 баксов. Получилось у нас это видеокамера для заднего хода автомобиля. Надеюсь, компьютер не шумит. Вроде звуки есть, наверное. Надеюсь, нормально будет звук. Так, решил, короче, я его сегодня запитать дома от телека. Ну и заодно и примерно объяснить, как подключать. Вот еще такая штука у меня приходила, это беспроводной комплект для подключения. Ну, сейчас, короче, вкратце покажу, что к чему, и затестим, вообще работает. Нет, это беспроводная система. Где-то метра на 3, да и то и больше попробуем. Короче, сначала в одну сторону поставим камеру, это примерно 3-4 метра, а потом в другую, это уже метров, получается, метров 7. Ну, в квартире. Итак, вот такой вот беспроводной комплект был как-то у меня в обзоре. Так, здесь у нас получается два блока, которые работают там что-то на 2,4 Гц или килогерц, как там правильно говорится, не знаю. Ну, короче, беспроводное подключение камеры получается. Вот если взять ценник у нас череповецкий, то установка в среднем 2000 стоит. Ну, в каком-то месте 2,5, в каком-то, может, 1,5 даже есть. Ну, короче, средняя стоимость подключения проводки получается 2000. Вот эти блоки, с этими блоками можно самостоятельно, не особо не напрягаясь, подключить себе камеру. Так, в этом, так, этот блок у нас идет плюс-минус, без штекера. И видеовыход. Так, этот мы запитаем тогда, получается, к блоку питания и к телевизору. Так, далее. Вот этот у нас имеет, опять же, питание, видеовыход.
И вот это не знаю что. Так, сейчас сообразим. А, вот этот подключается к видеокамере и запитывается. Блин, а провод зачем тогда? Ладно, сейчас посмотрю быстро. Так, получается у нас... А, так он, наверное, короче, этот питает, еще можно камеру воткнуть, чтобы два провода не запитывать. Ладно, сейчас посмотрим, так и сделаем. Так, а вот этот простой тогда кинем на камеру. Так, ладно, давайте камеру посмотрим. Короче, тут у нас получается два блока. Я покупал рублей их за, ну, почти 700, там, 600 с копейками, вот эти два блока. Так, это 600, камера тоже 600. Итого... Блин, звонят. Итак, получается, дальше открываем камеру. Я уже открыл ее, в пакетике была в обычном. Коробка, кстати, не помялась, на удивление. Итак, у нас тут есть обычная камера. Скорее всего, не супер-пупер. Так, далее у нас имеется подключение и видеовыход. Так, то есть мы возьмем один модуль наш, уже вот этот, чтобы нам не брать, там есть вот такой вот штекер, чтобы нам его не брать оттуда, мы вот просто запитываем ее, потом подключаем видеовыход, и вот этот вот провод мы кидаем на задний ход. То есть, когда у нас включается задний ход, у нас подается питание сюда, на камеру, и начинает передавать видеовыход. А, ну, в принципе, и эту камеру надо кидать на задний ход, получается. Или этот блок будет постоянно работать. Ну, это порассуждаем еще, почитаем эту инструкцию. Так, получается, вот мы запитываем камеру вот этими двумя проводами от заднего хода. Вот, все, наша запитана. Далее. Вот этот здоровый шнур нам, получается, не нужен. Так как мы через радиосигнал, тут 5 метров, которые... Вот за этот кабель вы платите деньги за установку, можно сказать. Потому что его, ну, считайте, по борту надо кидать, порог откручивать, ну, облицовку порога, и прокладывать его вам в багажник. Вот этот кабель нам, получается, 5-метровый не нужен. Да, и, в принципе, нам больше ничего не нужно. Вот еще кабель подключения питания от камеры. Вот, который мы вот сюда воткнули, это вот этот камень, этот, вот это подключение, оно нам тоже не нужно. Далее, получается, мы запитываем, вот этот мы запитываем на 12 вольт, на блок питания я запитаю и подключу к телевизору. А вот этот мы запитаем к другому блоку питания и выставим его на расстоянии сначала 4 метров, то есть это... Практически вдоль кузова получается 4 метра примерно. Потом выставим на 7 метров. Это будет примерно как, ну, как какой-нибудь грузовичок там. Газелька, не газелька. Ну, газелька тоже короткая. Ну, не знаю, фура сколько? Фура много получается. Фура 10, наверное, метров. Но если он 10 метров работает, можно такую, в принципе, и на фуре устанавливать. Я бы установил в машине, бы показал, но у меня нету монитора. У кого есть магнитола с монитором, вот тому удобно. Я ставить такую, наверное, не буду. Отдельно монитор мне тоже покупать неохота. Итак, сейчас я подключаю все быстренько к 12 вольтам и снимаем дальше. У меня, короче, тут не убрано. Там видно, вот, что пиздец тут. Диван разобран. Итак, что могу сказать? Подключил я вам, как объяснил. Здесь, вот здесь получается только питание идет на передатчик и на телевизор. А там уже идет питание на камеру и питание на передатчик. Так, включаем АВ. А, выключил телек вообще. Тут примерно получается, не буду показывать, в комнате не убрано. Здесь получается примерно 4 метра до окна. Сейчас телек включится. Так, включается телек. Так, выбираем к подключению АВ.
И ба-бам! Показывает нашу улицу. Вот мой дворик на первом этаже. Сейчас, короче, пошевелю ее. Вот такая, короче, у нас получается подключение. Подключил я это все за 5 минут. То есть у меня здесь блок питания небольшой, там 5 ампер всего. И там блок питания у нас, ну тот большой, который на 40 ампер у меня. И вот получается вот такая фигня. Что камера у нас, кстати, работает, причем она цветная, причем она вообще офигенская так показывает. Судя, что это метровый телевизор, вообще шикарно. Вон там кто-то шарахается, ходит. Прикольно, прикольно. Так, это получается, пацаны, 4 метра. Сейчас я уйду в другую комнату. И будет примерно метров 7. Короче, сейчас я ухожу и там подключаю камеру. Так, видно? Вот у меня видеовыход. Плюс, этот плюс идет на, и вот здесь у меня замотано плюс и минус. Вот и все подключение от такого блока питания 12-вольтового. Так, это получается 7 метров через, ну вот получается открытая дверь просто из комнаты в комнату. И вот на окне. Так, немножко рябит она. Чуть-чуть рябит. Вон опять кто-то шарахается. Ну вот такая тема, короче, получается. На фуру, я думаю, не прокатит. Но на любую легковушку легко. Так что, ребята, можно хапать. И камера, кстати, тоже неплохая, кстати. Все прокатит. Ну, сейчас перейдем, получается, к инструкции. И мне интересно, к чему надо подключить питание, чтобы она не постоянку работала, а включалась только на задний ход. Если тащить, опять же, с заднего хода. Или подключаться к лампочке. Итак, продолжаем видео. Короче, пацаны, история такая. Порылся я тут, поискал подключение. Нашел, что должен быть вот такой провод, типа подключения к магнитоле. Его нету. Соответственно, смотрите суть. Вот здесь все понятно. Вот это к питанию камеры, штекер, даже не заморачиваясь, подключаете. Это видеовыход камеры. Это у вас ресивер. Ой, трансмиттер. Это он передает сигнал. Поняли? Это идет на видеокамеру. Так, сейчас достану. Вот, здесь подключение простое. Это у вас сзади камера. Вот, питание, видеовыход. Все, камера запитана. Вот эти два провода кидаете на провода заднего хода. То есть, ну, в смысле, на лампочку. То есть вы включаете заднюю передачу, задний ход, у вас замыкает цепь, ну, поступает электричество и включается камера. Здесь все просто и понятно. У вас включился модуль и передает сигнал дальше. Далее, вот с этой вещью. Это ресивер, он принимает сигнал. Здесь у него имеется только видеовыход, который вы воткнете либо в монитор, либо в магнитолу, ну в штатную, в китайскую, в какую-то магнитолу. С магнитолой это попроще будет. В основном в магнитолах есть уже так провод. Вот у меня на компе сейчас видно, написано car back, то есть задний ход. На него кидаете плюс, плюс кидаете на car back, и то есть получается, когда магнитола у вас подключена к сетке.
А, это штатная, короче. Она видит сигнал заднего хода и включает камеру, если у вас есть такой. Если он не работает, на российских он точно не работает, то вам придется посмотреть, короче, какой у вас провод идет на штекер заднего хода, на этот, на плюс заднего хода идет провод на лампочку. Вам надо посмотреть, какой у нее цвет, потом дойти до фишки фары, посмотреть на фаре, от какой провод идет от фишки, чтобы вы знали, какой провод у вас идет рядом с водителем. И уже к этому проводу придется подпитывать этот ресивер. Вот единственный минус. Ну или, кстати, можно к преду кинуть. Да-да-да, все, пацаны, можно найти предохранитель заднего хода и на него кинуть эти провода. То есть, когда вы будете включать задний ход, у вас будет замыкаться этот ресивер. Ой, этот, блядь, ресивер. И от лампочки будет передавать сигнал трансмиттер. Ресивер, трансмиттер, все. И у вас будет... Ну, этот провод кидаете, понятно, на камеру. И у вас будет все шикарно работать. В постоянку его не лучше не включать, потому что он у меня постоял тут сколько, получается, пока там снимал. Ну, минут 6-7. Ну, он такой теплый был, нагретый. Так что, я думаю, в постояночку лучше с ним не баловаться. Либо вообще сделать просто кнопку и все. Короче, да-да-да. Берете, запитываете, плюс и минус. Можете от рема магнитолы на всякий случай. Либо от прикуривателя. Ну, короче, где плюс есть, тут, в принципе, потребление небольшое. Они оба от 9 до 14 вольт. Беспроводной, цветное видео передает картинку. Итак, берете, короче, свой монитор, этот ресивер, запитываете на плюс и кидаете на кнопку. Включаете задний, включаете кнопку, у вас включается и монитор, и камера, и ресивер, и камера. Все, проблем никаких. Короче, да, проще через кнопку все это сделать, чтобы вам не искать какие-то провода лишние. А с кнопкой, я думаю, проблем ни у кого не возникнет. Ну все, ребята, я думаю, более-менее как-то что-то объяснил, надеюсь. Не судите строго, как показывает камера, показал. Ссылочки будут все в описании. Всем большое спасибо, поставьте лайк обязательно. Подпишитесь на канал. Ну и ждем следующих посылок. Это у нас сегодня было... Блин, без монитора фигово, короче. Это у нас был 700 рублей, это комплект беспроводной. И рублей 600 я покупал камеру. Единственный минус этой камеры, что нету ночного видения. Я как-то заказывал с ночным видением, тоже шикарная камера. Ну вот и все, ребят. Давайте, удачи, подписывайтесь на канал, пока.